В настоящее время площадь природного пожара возле населенного пункта Арылах Мирнинского района у нас составляет порядка 50 гектар. В селе работает аэромобильная группировка МЧС России. Выставлены пожарные посты вдоль распространения фронта огня. Проводится постоянное маневрирование сил и средств. В связи с существующей угрозой перехода лесного пожара на населенный пункт из села Арылах отселено 54 человека на утро. Пожар в настоящее время является действующим пожаром. То есть вы видите, наблюдаете сами, то есть задымление. Он, конечно, действует сейчас от населенного пункта. В самом населенном пункте у нас нету горения. Наиболее напряженная обстановка, конечно, у нас происходит вдоль кромки. Погодные условия меняются. Каждый час практически меняется направление ветра. Вот мы за этой обстановкой наблюдаем. Мы в нашем министерстве, то есть мы всегда готовимся по наихудшему сценарию, то есть мы всегда прогнозируем самые наихудшие сценарии развития. Поэтому мы заблаговременно готовимся, наращиваем группировки. Вчера оперативно сработал Мирнинский пожарно-спасательный гарнизон, то есть были приведены даже пожарно-спасательные подразделения, военизированные горно-спасательные части. Из Москвы направлен самолет Ил-76, он будет перебрасывать лесопожарные формирования из других регионов на территории Мирнинского района. На самых опасных участках, которые находятся непосредственно у Арылаха, везде выставлены пожарные посты, и где не выставлена техника, выставлены пожарные спасатели с мотопомпами.